своей. Помню, как сказку я светлую, ясную встречу, что в сердце храню. Слово прощальное, голос твой ласковый, помню, забыть не могу. Целуй меня крепче. То, что прошло, все равно не вернешь светлых дней. Забудь меня, себя не мучай. Я называю другую любовью своей. Взгляд твой печальный меня не волнует, с болью такой не смотри. Танец последний с тобой я танцую, слезы платочком утри. Гордый мой, словно чужая, мимо пройду я при встрече, волнение храня. Больше с тобою не встретимся мы никогда. Ревность напрасна, мольба бесполезна, слезы не тронут меня. Рук не ломай ты в отчаянии нежном, ты остаешься одна. Гордый мой, люди не смеют. Прощай навек, с тобой мне скучно. Образ твой в сердце моем я не буду хранить. Бесаме, бесаме мучо. Звуки оркестра смолкают, пора уходить. Оркестра смолкают, пора уходить. Друзья, на Пятом канале началась программа «В нашу гавань заходили корабли». Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие телезрители. Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствует Эдуард Успенский. И наша прекрасная звезда, учительница, вольф, мать полка Элеонора Филина. Это ведущие. Значит, наши постоянные аккомпаниаторы в студии Дмитрий Петров, Юрий Бадал. Гость сегодняшней нашей программы — актриса, певица Светлана Светикова. И начали с такой спорной, я бы сказала, темы. Ансамбль «Вольница» и наш постоянный участник вместе с ними — Максим Кривошеев, актер. Вообще по этой песне столько вопросов, столько вопросов. Ой. Куда вы, Эдуард Николаевич? Вот кто интересно, вы слушали содержание? Вы куда идете-то? Значит, друзья, Максим принес нам аргентинскую лагерную песню.
Минуточку, не я принес, не я. Надежда Николаева. Да, Надежда Николаева. Ну, в неправильном переводе. Она очень сильно смягчена. Я сейчас попробую спеть вам натуральный куплет, который там был. Знаешь, Максим, да? Помню прекрасная первую ясную ходку, что в сердце берегу. И эту невкусную кашу капустную в сердце своем я берегу. Меня не мучают. Не-не-не, Максим, вот вообще это было ужасно. Такая, значит... Надя у нас от, значит, героини ее, девушка, которая все время говорит: дорогой, я тебя люблю, я тебя обожаю, я тебя забыть не могу. Она говорит: вообще, знать тебя больше не хочу, ты, конечно, меня покрепче целуй, но давай, типа, все, последняя встреча, и не беречь тебя не буду ни в сердце. Лера, это в латиноамериканских культурных традициях, так принято у них. Да ладно, у нас тоже, конечно, ты мой, возьми меня с собой, не нужна ты мне ни в каком качестве. Это сериал бразильский. А? Ну так в чем проблема, Лера? Нет, зачем, вот, правильно поет? Вот для нас это нетипично. Для нас это нетипично. Для мексиканцев это типично. Женщина добивается любви, а ей в любви отказывают. Вот у них так, да? Да, вот так. Даже танцы по этому поводу есть разные. Ужасно. Хорошо, что мы в России, а не в Мексике. Ребят, Максим, ты все нам объяснил. Спасибо тебе большое. На свои места. Спасибо вам огромное за песню. Дорогие телезрители. Вы, наверное, обратились, что вот рядом со мной сидит такая симпатичная молодая женщина с такими большими глазами, что они на лице не помещаются, уходят даже на затылок. Понимаете? Бывает такое, спрашивают: чё такая испуганная? А я поняла вообще, с кого был срисован портрет девушки с оленями глазами. Вот они, эти олени глаза. Полюбуйтесь, пожалуйста. Есть у нас такая песня. Да. Просто, да. Так, Светочка, ну на самом деле мы вас пригласили не для того, чтобы мы здесь демонстрировали свои красивые глаза, а для того, чтобы вы что-нибудь спели. Я с огромным удовольствием. Огромное вам спасибо, что пригласили, и что здесь живой звук, боже мой. Какая прелесть, какой эксклюзив, я бы сказала. О. Да, можно, да, да, пойти, конечно, и спеть? Нужно. У меня тут шпаргалка. Смотри, шпаргалка. Вы потом покажите обязательно эту шпаргалку. Где вы ее прячете на теле? Друзья, это вот один из томов нашего двухтомника. Да, я его весь изучила. Ну, фактически, половину. И нашла свою самую, наверное, любимую песню. В моем исполнении можно услышать. Это песня из кинофильма «Ах, Водевиль, Водевиль». Ну, что сказать, ну, что сказать. Вот. Там она печатана? Здесь, да, но здесь совершенно другой текст. Я в полном шоке. Ну-ка, ну-ка. А можно настоящий текст? Давайте так, дорогая моя, ну, Светочка, нельзя, да? Один куплет настоящего текста, чтобы все поняли. Дмитрий Михайлович, вы слышали когда-нибудь эту песню? Да. И продолжим тогда вот этим вот ненастоящим. Я уже его прочитала. Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет, постучится хоть кто-нибудь к ней и раскинет она и разложит благородных своих королей. Что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, желают что будет. Ежедневно меняется мода, шляпку сбоку оранжевый бант подарил даме с 5-го года молодой холостой коммерсант. Понесли рысаки степь взрывая, стынет в жилах горячая кровь, ах, и ветер подарок срывает, бог со шляпкой осталась любовь. Ну как тут быть, ну как? И в праздники, и в будни, ну как тут быть, ну как тут быть, ну как устроены так люди, хотят любить, хотят любить. И в праздники, и в будни.
большое. Там, конечно, еще 38 куплетов. Но это, ладно, не будем вас мучить. Оставим на потом, да. Фантастический голос. Да, голос фантастика. Прям вот поездам... А руки какие сильные. Руки? А чтобы держать это... Эдуард Николаевич, что обидит, обращайтесь к Светлане Светик. Прям какой-то анатомический театр начинается. И глаза, и руки, и голос. Так не бывает вообще. А главное, хвост. Подождите, у нас... Все-таки другого характера передача. Давайте все-таки... Мы забыли, Максим. Так о чем мы тут, в общем-то? Так, ну-ка, давайте-ка живы, Владимир Леонидович. Давайте-ка с небес на землю. Приветствуем, друзья. Я пока буду говорить. Профессор кафедры пения и хорового дирижирования. Поднимайтесь. Вы заблудились. Профессор, одним словом. Итак, профессор кафедры пения и хорового дирижирования Московского государственного педагогического университета. У вас в руках два предмета. Кепка и тетрадка. Кепку, очевидно, на голову. А тетрадку можно вас попросить, Светочка? Я с огромным удовольствием. Пожалуйста, подержите. Может, там поможете подпеть. Пожалуйста, аплодисменты. Я хотела признаться вам, знаете, в чем? Меня... да, я с вами спешу. Все запись. Меня отчислили из педагогического. Правда? Представляете, да. А это профессор. Владимир Ильич, у вас микрофон. За что? Меня отчислили. Я первую сессию сдала на отлично все. Вторую начала реже появляться из-за постановки в Нотр-Даме как раз. И начинала играть Эсмеральду. И из-за этого меня выгнали. И не дали даже академотпуск, мне дали. Но я сказала, я больше не вернусь. Вот видите, пожаловалась. Вот она нашла место, понимаете? Да. Но я пожал всего лишь. Это называется... вот, так что видите, как судьба у нас. Выгнали из ревности к славе. Значит, я хочу вначале вам рассказать, что в определенное время были песни, которые назывались электрические. Это песни, которые пели в электричке. В основном это, кстати, имеет отношение к педагогике и к филологии. В них рассказывалось краткое содержание... Гамлета, краткое содержание Отелло, рассказывалось о том, кто был Лев Толстой, рассказывалось о том, кто был Плеханов и так далее. Вот одна из этих песен, которая редко исполняется, называется «Гамлет» или «Гамлет», как удобнее. А вы сейчас, Светлана, прослушаете лекцию. Вам профессор педагогического университета наконец расскажет. Доучитесь. До минорчик. Пожалуйста. Ходит Гамлет с пистолетом, хочет кого-то убить. Он недоволен белым светом, и думает он быть или не быть. Хор! Он недоволен белым светом, и думает он быть или не быть. Его иная мать согрешила, и за другого пошла. Башмаков она еще не износила, в каких она за гробом мужа шла. Хор. Башмаков она еще не износила, в каких она за гробом мужа шла. Офелия Гамлетова девчонка спятила товарищи с ума от того, что датская сторонка для народа хуже, чем тюрьма. От того, что датская сторонка для народа хуже, чем тюрьма. И спятила, и в речку сиганула, даже не снимая свой наряд. И тут на кровь Гамлета потянула, и начал он курочь всех подряд. И тут на кровь Гамлета потянула, и начал он курочь всех подряд. И тогда король, трясясь от гнева, в Лондон повелел ему подслать. Стакнулась с ним и королева, ну разве же это мать, такая мать? Стакнулась с ним и королева, ну разве же это мать, такая мать? Но Гамлет был хитер и непослушен, и за себя двух корешей послал. Один из них в дороге был задушен, ну а другой тот без вести пропал. Один из них в дороге был задушен,
Бы тут без вести пропал. Со злагом лет устроил мышеловку, чтоб свои сомнения разрешить. Во дворце устроить мышеловку и в общей свалке кое-кого пришить. Во дворце устроить мышеловку и в общей свалке кое-кого пришить. Со злагом лет устроил потасовку. Вот сначала. Со злагом лет устроил потасовку. Еще раз. Чтоб... может, постановку, да. Постановку или потасовку. Со злагом лет устроил постановку, чтоб свои сомнения разрешить. Во дворце устроить пошеловку и в общей свалке кое-кого пришить. Во дворце устроить пошеловку и в общей свалке кое-кого пришить. На сцене королева потаскуха синильный травит мужа кислотой и каплет ему стерва прямо в ухо, душевную блистая красотой. И каплет ему стерва прямо в ухо, душевную блистая красотой. Король икнул и улыбнулся тупо, а Гамлет тут давай все кромсать. На утро там нашли 4 трупа, которых невозможно опознать. На утро там нашли 4 трупа, которых невозможно опознать. Вильям Шекспир пришел на поле битвы и мигом эти трупья опознал. Но он не стал читать по ним молитвы, а сел и водевильчик написал. Но он не стал читать по ним молитвы, а сел и водевильчик написал. И через это самое явление навел такую тень на ясный день, что получили люди развлечение, а автор белый хлеб про черный день. Что получили люди развлечение, а автор белый хлеб про черный день. Спасибо. Знаете что, Владимир Леонидович, что я вам хочу сказать? Хорошо. Песня эта электрическая, признаю, конечно. Да. Но за такое исполнение вам ни копейки, хорошо, не дадут. Если только будет с вами ходить Светлана. А я вот думаю, какие... Тогда есть шанс. Какие раньше были длинные вагоны? Ведь песня пелась из конца, в начало вагона в конец. Я еще выбросил 3 или 4 куплета. Спасибо вам, Владимир Леонидович. Да. Лера. Нет. Если бы, я просто хочу сказать, если бы вы, конечно, задорно спели эту песню или жалостливо как-то, а вот вы все время что-то куда-то подсматривали, такое ощущение, что вы начало вот прочитали, а уже концовку как-то вот решили на таланте было, проскочить. Было, виноват. А мне кажется, там такой смысл сумасшедший, смешной, что никакого надвыражения. Ну, правильно. Я вам, честно говоря, вот до программы я нашла эту песню в книге. И я прочитала, смеялась, думаю, господи, какая же там мелодия может быть. Представляете, какое чудо, услышала. Вот так вот. Еще и пипитром была в этой ситуации. Мысли мы реализуются. Наша трибуна, друзья. Да. Во-первых, я узнаю ученого по докладу. Да-да-да. А во-вторых, у нас есть в ряду ремарка. Вот я сейчас передам Тамаре трубочку, и она скажет. Не трубочку, а микрофончик, профессор. Тамар, вы между двух профессоров, между прочим, загадываете желание. К уху только не прикладывайте. Вот точно, я вам говорю, не сбудется. Ну, вот эту песню пели в электричке, в очень длинной, там 16-17, наверное, вагонов. А вот которую я знаю, там всего 3 куплета. Тоже она та же. Это в Столыпинских вагонах. Но она автобусная, я думаю. Вот раз и вышел. То есть как бы раз и вышел. Тамар, покажите. Да, она такая, побыстрее. Мужниных сапог не износила, да-да, пока за гробом шла, да-да-да. Мужнино убийцу полюбила, да-да, и за него пошла. И ходит Гамлет с пистолетом, и хочет кого-то убить, пиф-паф, ой. И стоит вопрос перед Гамлетом, быть али не быть.
Гамлетова, Офелия Гамлетова, девчонка, да-да, спятила практически с ума, о-о-о, потому что датская сторонка, да-да, хуже, чем наша Колыма, и ходит Гамлет с пистолетом, и хочет кого это убить, пиф-паф, ой, и стоит вопрос перед Гамлетом, быть али не быть. Вильям Шекспир на это представление, да-да, наложил трагическую тень. О-о-о, всех студентов он лишил стипендии, себе на белый хлеб на черный день. И ходит Гамлет с пистолетом, и хочет кого это убить, пиф-паф, ой, и стоит вопрос перед Гамлетом, быть али не быть. Здорово. И нечего было мучиться там на сцене 38 куплетов. А почему знаете... профессора так похожи друг на друга? Да, Максимович, извините. Хочу сказать, что эта песенка на самом деле написана фронтовиком, интеллигентным человеком, журналистом Алексеем Охременко. Который, это, кстати, еще раз, да, лишний раз доказывает ту мысль о том, что лучшие блатные народные песни пишутся интеллигентами. Эдуард Николаевич. Я вижу Вадима Маншина. Это наш красавец-мужик. Он немножко потрепанный, но все равно красивый. Вадик, вот. Проходи, он пожалуйста. Он абсолютно гаванский. И он народный. И благородный. Да. И на профессора не похож. Он инженер. Тут в этой веселой песенке только что прозвучали слова о Колыме. Вот я сейчас пою, конечно, не веселую, но о Колыме тоже. На Колыме, где тундра и тайга кругом, среди замерзших елей и болот тебя я встретил. Тогда с подругой, сидевших у костра вдвоем, тебя я встретил. Тогда с подругой, сидевших у костра вдвоем, шел крупный снег и падал до ресницы вам. Вы северным сиянием увлеклись. Я подошел к вам и руку подал. Вы встрепенулись, поднялись. Я подошел к вам и руку подал. Вы встрепенулись, поднялись. И я заметил блеск твоих прекрасных глаз. Я руку подал, предложив дружить. Дала ты слово быть моею, навеки верность сохранить. Дала ты слово быть моею, навеки верность сохранить. В любви и ласках время незаметно шло. Пришла весна и кончился мой срок. Я провожал тебя тогда на пристани, мелькнул твой беленький платок. Я провожал тебя тогда на пристани, мелькнул твой беленький платок. С твоим отъездом началась болезнь моя. Ночами я не спал и все страдал. И проклинал я тот день разлуки, пристани стоял. Я проклинал я тот день разлуки, когда на пристани стоял. А годы шли, тоской себя замучил я. Я уж близок третий час, любовь моя, вахтеров, врачей путевки. Я покидаю лагеря по актеровке, врачей путевки. Покидаю лагеря. И вот я покидаю свой суровый край, а поезд все быстрее мчит на юг. И всю дорогу молю я Бога, приди встречать меня, мой друг. И всю дорогу молю я Бога, приди встречать меня, мой друг.
не ростововское, захватил пути. Вагон к перрону тихо подходил, тебя больную, совсем седую. Наш сын к вагону подводил, тебя больную, совсем седую. Наш сын к вагону подводил. Так здравствуй, посидевшая любовь моя. Спасибо. Так, представьтесь, пожалуйста. Этого молодого человека зовут Игорь. Фамилии у него никакой. Есть фамилия? Да, фамилия Игорь Кирилюк. Я актер театра Алексея Львовича Рыбникова. А я хочу, знаете, что сказать, ребят? Вот сейчас вот и телезрители видели, мы здесь в студии. Песня про Колыму. Да, песня, которая, в общем-то, на ту тему, это та боль, которая прошла, так сказать, через сердца многих людей в нашей стране. И вот, Максим, может быть, ты тоже вот заметил, пели два поколения. Игорь пел, конечно, громко и красиво, и он играл эту песню. А Вадим, тихо запинаясь, но он в ней жил. Да, а если бы был еще представитель третьего поколения, того, которое сидело, это то, наверное, было бы совсем просто другое. Человек да, пел вот бы просто со слезами, потому что петь это, конечно, сложно. Давайте теперь вот у нас все-таки Светлана, потому что она... Спеть? Конечно, вот у вас наш сборничек, и вы так его попытались освоить. Попыталась. Смело. А вообще, я хочу сказать, что как бы там получался, не получался, во-первых, огромное... Можно вашими? Спасибо вам за песню. Мне очень не хочется, чтобы вы расстроились, потому что вы очень красивый мужчина, во-первых, раз. А во-вторых, у вас какая-то очень красивая душа. И несмотря на то, что у вас было тихо, очень слышно, вы вызвали такие чувства очень романтичные. И вам хочется только улыбаться. Вадик, дай телефончик. Вы абсолютно удивительный человек. И более того, мне хотелось сказать, знаете что, что очень приятно, что не была какая-то веселая песня, задорная, понимаете, вот как я сейчас, например, спою, а я лично люблю больше те песни, которые имеют непосредственно глубочайший смысл. Как бы она ни была исполнена, она не может остаться равнодушной. Она идет из души. Да. Спасибо. Приветствую, Светлана Светикова со сборником «Наши гавани», который весит 3 килограмма. И вот так вот она весело, непринужденно. Ну так, не в день. Смотрите, можно я предисловие скажу? Сейчас я найду, во-первых. Опять же, когда листала, вот сразу нашла. Песню слышала 10 лет назад, вот эту песню. Но она очень смешная. Она не то чтобы она, во-первых, это блюз, здесь можно попеть, это раз. А до вас здесь такой текст, я извиняюсь заранее, что я осмелилась ее спеть, но... И еще, если кто-нибудь знает ее, я вас умоляю, помогите, потому что я не помню мелодию. Кто знает, в зале есть кто-нибудь? Называется «Аллигатор». Вот, мужчины идут помогать! Вам придется чуть под меня, потому что я лилипутик небольшой, да. Так. Сейчас. Тихо. Здесь сначала кач небольшой. Повторяйте движение, повторяйте. По Миссисипи. Ругаясь матом, плывет зеленый.
что им делать? Что же делать? Что? Украли хиппи, сидят и плачут, опять же ругаясь матом. Такой невкусный был кто? Аллигатор. Но здесь еще один есть куплет небольшой. Пошло, поэтому, слава богу, мы его не спели. Спасибо, Свет. А вот это вы вместе с собой привели? Нет, нет. Мы первый раз, может быть, ну, мне так кажется. Первый раз. Спасибо вам огромное за помощь. Чудная песня. Аллигатор. Знаете, друзья, вы знаете, друзья, вот... Дожили. Придет когда-то такое время, когда наша Света станет уютной бабушкой. И она будет ругать молодежь, которая вот так вот из себя вот, вот выходит, чтобы что-то заявить, свой голос. И тогда она будет... Ох, разве это песня? Вот, вот, вот мы поем. Лучинушку споем, да? Что не ветер ветку клонит? Поем, да? Ну, не знаю. Не, бабушка шумит. Так, смотрите на нее. Максим, вот откуда эта песня? Ведь эта песня из нашего сборника. То, что она была так исполнена здорово, как бы, наверное, вот, может быть, так вот ее и кричали в свое время, в те годы. А потому что были хорошие родители у этих самых хиппи. Их родители были стиляги. И тут прослеживается традиция, эстафета. Стиляги, помните, да, стиля, помните, стиля, вот, стиляжи песенки? Это же тех там лет песня. Девушка в платье сица, сица, да, или какая-нибудь там денег нет, да, мысли да. нет. Ребят, а что, Лучинушку не знаете? Лучинушку. Попойте, давайте. Ну, то не ветер ветку клонит. Ветер ветку клонит. На мелодию не заслушаешься, но, видимо, такая и задумка. Ты наконец-то вслушаешься в текст. Сейчас и проблема-то в том, что спели, а о чем там было, не помним. Даже сами артисты порой не понимают. У меня была такая история. Вот честное слово, на студию принесли новую песню. Читаю. Не понимаю, о чем они там. Что это такое? Неважно. Это как абстракция. Это очень важно, потому что любой найдет в любом слове свою ассоциацию и напридумывает себе текст. Представляете, наш бизнес до чего дошел? Реально такое было, да? Да, такое было, и до сих пор продолжать. Но я не принимаю в этом участие. И мы гордимся этим, Светлана. Поэтому вы здесь. Друзья, наша песенная программа превращает в какую-то воспитательную работу с молодежью. Давайте вернемся к традициям. Леонид Николаевна, кто там у нас? А, вот Максим, собственно говоря. Максим, что вы можете предложить нам сейчас? Ой, речка... Мы, ты имеешь в виду, мы, не обращаясь ко мне на «вы», а имея в виду нас треугольница? Нет, Максим, вот течет речка по песочку. Спой вот эту песню замечательную. Ты иногда ее поешь в пьяном виде. Да, пожалуйста, Максим Кривошеев.
поддержит. Максим, ты один, один. Старинная солдатская песня. Бежит речка, да по песочку камешки наносит. Молодой солдатик командира просит. Командир мой, отпусти до дому. Там соскучилась по мне Черноброва. Ой, там соскучилась по мне Черноброва. Отпустил бы тебя до дому, долго дома будешь. Воды холодной про любовь забудешь. Ты напийся воды холодной про любовь забудешь. Пил я воду, да пил холодную, пил не напивался. Любил девицу чернобровую, век бы любовалась. Чернобровую век бы любовался. Умер, умер, да тот солдатик от тоски по дому. И остался лишь конь буланный с гривой вороною. И остался лишь конь буланный с гривой вороною. Гроб несут, коня ведут, конь головку клонит. Идет девица чернобровая, горькие слезы ронит. Идет девица чернобровая, горькие слезы ронит. Бежит речка, да по песочку камешки наносит. А другой молодой солдатик ни о чем не просит. А другой молодой солдатик ни о чем не просит. Спасибо, Максим. И стульчик прям можешь с собой забирать. И прям так вместе со стульчиком под аплодисменты. И все свое, Максим, ношу с собой. Вы знаете, у нас тут еще есть люди, которые принесли сегодня песни. Хочу пригласить сюда Бычкова Игоря и Шеменина Валеру. Это зрители знают, что у нас Игорь Бычков вот с этим вот агрегатом, который называется контрабас. А что у вас теперь в запасе, молодой человек? А в запасе у нас песня. В общем, у нас есть один знакомый, очень старинный, именно ресторанный музыкант, Гена такой есть у нас. Вот, и он песню из своего детства, которую ему тоже по наследству передал тоже такой же вот старый кабацкий музыкант. И, соответственно, авторство этой песни, оно потеряно в десятилетиях, ну, вероятно, 20-30-е года. А, собственно, это все, что он мне мог сказать об этой песне. Вот. Но мы его просто попросили найти нам какую-нибудь такую песню, чтобы она была нечасто исполняемая. И чтобы она была народная в то же время, чтобы в ней это угадывалось. Ну, в общем, попробуем сейчас.
На перроне стоит фраер, уся морда в муке, в белом балахоне, с папироскою в зубе. Ой, Маруся ты, Маруся, Действительно, песню мы, наверное, не слышали ни разу, но мелодия очень известна. Спасибо, ребята, вам. Там еще куплет есть, можно добавить. Так, добавить куплет какой песни? Вот этой, вот этой. А вот этой? Да. Ну, давайте. Ах, Маруська ты, Маруська, не разбей меня, Бог, уложу я свою душу у твоих грязных ног. А Маруська отвечает, да говорит гы-гы-гы. А шо ты голову мне морочишь, глазами делаешь круги? Да не могу же быть я вашей, да вашей верной женой. Меня любит рыжий Леша, да и Вася, боже ж мой. Оба храбрые ребята, да нас повсюду найдут. Тебе вынимут все кишки, а меня харю набьют. Ну, в общем, шутак, финал, собственно говоря, исход один и тот. Да, так что это финал один. У кого еще есть десяток куплетов, признавайтесь. Да. Вот так вот, знаете, иногда ходишь, где-то песню ищешь, приходишь вот на программу, а здесь кто-то раз тебе ее и подпоет. Так обидно. Вот, небось, Игорь тоже, да, вот он с контрабасом ушел, небось, вот, да, звонил человеку, вытаскивал песню, пришел, думал, сейчас порадую, вот, никто не знает. Тут раз тебе, сидит а в кепочке. А тут какой-то хрен сидит и всю песню знает. Так, ну что, у нас, в принципе, у вас есть что-то еще спеть для нас, Светочка? Я, конечно, нашла еще песенку знакомую для себя. Давайте. Но вы знаете, мне стало так немножечко неловко, поделюсь с вами. Я просто... Песня, она такая веселая, дурацкая, по большому счету. Так. А хочется, очень так бы хотелось бы спеть что-нибудь такое задушевное. Чтобы душа развернулась. Песня крокодила Гены. Ну, видимо, придется все-таки ее спеть. Ну, я, ладно, спою, но просто я... Для меня это бессмысленные песни, честно говоря. Для меня нужно мне все-таки думать, когда я пою. Мне по-другому не получается. Хотите, если мы с вами будем дружить, и вы найдете время, мы с вами можем... Выучить песни нормальные. И, и научимся думать. Да, вот по песням это ко мне, ко все остальное кто-то.
Нет. Хочу вас обрадить всего маленьких 4 куплет по 3 строчки. Да садитесь, хотите сюда, садитесь. Или хотите пойти? Там звук классный. Как только не тяжело эту книжку-то держать, господи. Максим, может, ты подержишь книжку? Знаешь, какая тяжелая. Так ты нет, вы меня крепкая, по тексту... Нет, вы со мной споете. Да, и, кстати, сказать заодно и... По улицам ходила живая крокодила. Она зеленая была. На каждом перекрестке валялась в звездке. Она вся белая была. И в зубах она держала кусочек одеяла. Она голодная была. Ходила тротуары и разрешилась парой. Она беременной была. По улицам ходила большая крокодила. Она зеленая была. Наши канкадры, кан-кан, исключительно. Она зеленая была. А я знаю, что Эдуард Николаевич знает еще один куплет. Эдуард Николаевич. Да, есть такой. Увидела китайца, не хватит его за ногу. Она и вот была. Да, большой вклад, большой. Ну, слава богу, немножечко повеселили. Спасибо, Свет, спасибо вам, дорогая Светочка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа с нашей очаровательной участницей, такой молодой, красивой, глазастой, душевной, что очень приятно, подошла к концу. Мы вас благодарим за то, что вы были с нами, и ровно через неделю мы встретимся вновь в нашей гавани. А сейчас Максим и трио «Вольница». Так мы боремся с кризисом. Всюду деньги, 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 всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Без денег жизнь плохая, не годится никуда. Деньги есть, и ты как барин, одеваешься во фраг. Шикарен, а без денег ты червяк. Благороден и шикарен, а без денег ты червяк. Денег нет, и ты как нищий. Булки не на что купить. Всю дорогу ищешь, ищешь, чтобы братцы утащить. Всю дорогу ищешь, ищешь, чтобы братцы утащить. Утащить не так-то просто, если хорошо лежит. Ведь не спит, наверное, пёс-то, дом, который сторожит. Ведь не спит, наверное, пёс-то, дом, который сторожит. Ну а утром ты проснешься вновь на нарах, как всегда. И крестя перевернешься, крикнешь «Здрасте, господа!» И крестя перевернешься, крикнешь «Здрасте, господа!» Господа зашевелятся, будто этого и ждут. На решетку помолятся, на оправку побредут. На решетку помолятся, на оправку побредут. Всюду деньги, 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 всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. А без денег жизнь плохая, не годится никуда.